Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире газетный «Дождь», который я, журналист, автор и ведущий Вячеслав Воронков, подготовил вместе с коллегами, режиссером Любовью Поповой, телеоператором Юлией Гончарой и видеоинженером Михаилом Аниском. Сентябрь пролетел, отгремел грозами и ливнями, запомнился теплыми деньками уходящего курортного сезона, громкими политическими баталиями в парламенте. А что ждет нас в октябре? Одно можно сказать точно – положительных новостей будет очень мало. Вместе с холодами придут и первые платежные квитанции за тепло, за электричество. Цифры, которые там будут, приведут многих из нас в состояние отчаяния и тревоги за день сегодняшний, день завтрашний. Бывший генеральный консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко утверждает, что Украину ожидает в ближайшие полгода сложнейшие времена. Россия продолжает держать напряжение Украину. Учения, маневры, обострение на фронте, дипломатическое давление. 2,5 года после революции и 2,5 года войны мы не смогли очистить внутреннюю политику от инструментов политического влияния России. Некоторые из этих инструментов ослабли, и сейчас, похоже, Россия принялась их восстанавливать. С этим дипломат связывает резкую активизацию обсасывания тезиса «необходимо восстановить экономические отношения с Россией». С этим тезисом политику возвращается либо восстанавливает активность пророссийские политические силы. И речь не только об оппозиционном блоке. Достаточно посмотреть на заявления Литвина, Червоненко. Значительно активизировались в этом направлении и СМИ. Конечно, авторы этих тезисов не хотят комментировать очевидные факты. Россия переживает экономическую деградацию и объективно не может быть альтернативой для экономического развития. Это несмотря на то, что экономические связи России всегда будут использованы для достижения политических целей. Но кого интересует правда? Объективно подыгрывают этим элементам те, кто активизировали информационную кампанию на тему «Уменьшение языка ненависти», «Народ устал от войны», «Нужен мир любой ценой». Частично это выгодно для Российской Федерации. Информационно-психологическое воздействие на Украину реализуется руками Запада, ОБСЕ, международных фондов и тому подобное. Думаю, что возобновление легальных политических инструментов влияния России на общественное мнение и политические процессы в Украине будет основным трендом следующих полгода. Политические силы Украины, в частности, правящая коалиция, иногда сознательно, а иногда не желая того, облегчают задачу Российской Федерации, подрывая внутреннее единство Украины. Силы антиреформы и коррупции значительно активизировали кампанию по дальнейшему глубокому фрагментированию украинского электората и политических влияний. Развернулась активная кампания дискредитации, часто под очень надуманными или только частично реальными предлогами лидеров общественного мнения, политиков, которые олицетворяют изменения в украинской политике, смену поколений, борьбу с коррупцией. Как следствие, нарастает апатия, разочарование, уныние, недовольство, злость. Борьба с политическими силами, которые возникли после революции, нагнетание негативных настроений в обществе, разочарование в европейской интеграции, реформах, демократии, верховенстве права – это еще одна определяющая тенденция развития политического процесса в Украине. Все будет усложнять процесс обнищания и уменьшения класса малых и средних предпринимателей. Менее выразительная с точки зрения запрограммированных результатов воздействия, но не менее важная тенденция – это усиление зависимости Украины от стран Запада. Частично эта тенденция имеет положительный заряд. Остается едва ли не единственным инструментом принуждения политической элиты Украины к реформам. В то же время, в новом политическом сезоне, учитывая частичную неспособность Запада сдерживать Россию, влияние Запада на Украину будет иметь и откровенно негативное значение.
принуждение к выполнению минских договоренностей будет встречать сопротивление в украинском обществе и приведет к обострению политических процессов. Нас ожидает сложные полгода. Нужно разбираться совсем одновременно. Союзников и ресурсов для борьбы в то же время становится все меньше и меньше. В июле 2017 года отмечает столетний юбилей старейшая газета нашего региона. Единственная газета, выходящая на украинском языке, это «Черноморские новини». Газета сегодня переживает трудные времена, как и все СМИ. Но верные читатели всегда рядом с ней. Это удивительно. Честная газета, которая рассказывает о непростых процессах в общественно-политической жизни нашего региона. В недавнем номере газеты «Черноморские новини» опубликована статья «И осиротели села». Автор статьи Ирина Тома проживает в селе Долиновка Белгород-Днестровского района. 1 сентября 2016 года было печальным днем за все время существования сел Долиновка, Морозливка, Великомарьяновка и Алексеевка. В этих селах вновь образованные Морозливской общины Белгород-Днестровского района ликвидировали школы. Грусть, сожаление, слезы на глазах. Все это переполняло местных жителей в светлый день знаний. Тогда, когда в других городах и селах Украины радовались и праздновались, в этих селах господствовали боль и отчаяние, и пустота. Автобус забрал учеников из родных школ и повез разбитыми сельскими дорогами в другую, так называемую опорную школу. Такого здесь никогда не было. Ни во время проживания немцев, ни во время хозяйствования румынских оккупантов, ни при советской власти, ни во времена независимой Украины. 25-й юбилейный год независимости для четырех школ вообще стал роковым. Их ликвидировали. Более полугода члены территориальной громады пытались сделать все, чтобы сохранить образовательные центры в селах, потому что единственное и самое дорогое, что осталось в них, это школы. Писали письма Верховной Раду, президенту, Министерству образования и науки, начальнику департамента образования и науки в Болгосадминистрации, начальнику отдела образования Белгород-Днестровской райгосадминистрации Самосудову Грозовой, председателю Белгород-Днестровского районного совета Лобановой, председателю райгосадминистрации Титарчук, народному депутату Верховной Рады Барвиненко, председателю Одесского облгосадминистрации Саакашвили, представителю уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и тому подобное. Из Киева письма переадресовывали в Одессу, а оттуда приходили почти одинаковые под копирку ответы. Школы не закрывают, а реорганизуют. Сельский совет имеет на то полномочия. Ни одного чиновника не заинтересовали проблемы, о которых говорилось в письмах. Плохое состояние дорог, большое расстояние между селами, больные дети, которые не переносят перевозок. Переоснащенность опорной школы, незакупленные автобусы. Никто не приехал и не посмотрел 1 сентября в глаза ученикам, родителям, учителям и небезразличным к жизни школ местным жителям. За день до 1 сентября родители Долиновки поставили перед фактом. Долиновская школа ликвидирована, ваш ребенок будет учиться в Широковском комплексе первой ступени. Такие же листовки получили и родители из других сел. Многие родители, учителя и по сей день блокируют сессии, где пытаются поднять вопрос закрытия школ. Но об одной сессии, 15 июля, мало кто знал. Председатель общины Чумак с депутатами, спрятавшись от людей в другом селе и в незапланированное время, сделали свое, провели там сессию в другом селе. Пренебрегая мнением большинства, проголосовали за опорное заведение, тем самым снизив степени ответственности всех других школ общины. Акция «Протест» 9 августа, разговор с представителями департамента образования, а также телепередачи и на государственном телевидении, встречи с директором офиса реформ Одесской области Юлией Молодожон, статьи в газетах «Черноморские новини», «Обозрение плюс» каждый раз подчеркивали множество проблем, связанных со школами, но, к сожалению, замечать их не хотели. Расстроенные родители, безработные учителя, опустевшие школы – вот такие впечатления от 1 сентября. У большинства членов Морозлиевской общины. Только некоторые
как скажем, Рашкан, бывший начальник ГАИ, всех, кто отстаивает школу в селе, запугивает СБУ, прокуратурой. Юрий Скул, землевладелец, они очень радовались закрытию учебных заведений. С экранов телевизора ежедневно слышим о качественном образовании в опорных школах, материальное обеспечение классов, оснащение кабинетов и так далее. Но для такой реформы нужна хорошая подготовка. На самом деле, за первую неделю обучения учеников в Широковском учебном комплексе увидели совсем другое. Только 9 компьютеров. Дети сидят по 3 человека за партами. Причем парты и книги из ликвидированных школ уже куда-то исчезли. Об оснащенности кабинета вообще речи нет. А то, что разрушение средней и старшей школ ведет к уничтожению и начальной в этих селах, то это хорошо видно уже сегодня. Так, в Великой Марьяновке нет уже 4 класса. Детей возят тем же автобусом, что и старшеклассников в опорную школу. Хотя министр образования и науки Украины Лилия Гриневич уверяла, что ученики начальных классов будут учиться только по месту жительства. А в Долиновке вообще хотят перевести начальные классы в детский сад, который более 20 лет не работал. И это тогда, когда в местной школе налажена система отопления. Красиво, уютно. Но, пожалуй, на здание школы у сельского совета свои планы. Кто ответит за разрушение сельских школ? А о проблеме в Морозлиевской общине знают многие чиновники, но им удобно закрыть глаза и уютно сидеть в своих креслах, не заботясь, что где-то страдают дети. Очень больную тему поднимает эта публикация газеты «Черноморские новины». И очень жаль, что ответов на вопросы, которые поднимаются в этой статье, нет до сих пор. Село Долиновка действительно осиротело. А ведь умирает школа, умирает и село. Общенациональная рабочая газета в публикации своего собственного корреспондента Владимира Крещука вновь возвращается к печальному опыту приватизации Одесского припортового завода. Рабочие завода возмущены, что чиновники намерены почти в 3 раза снизить стартовую цену предприятия на осенних торгах. По заявлению главы фонда государственного имущества Игоря Белоуса, она должна составить всего около 150 миллионов долларов. Нельзя было спокойно наблюдать, рассказал журналистам инженер Андрей Сергеев, как кабинет министров Украины поддержал предложенные фондом госимущества изменения в методику оценки приватизируемых объектов, которые позволят снизить стартовую стоимость завода. А премьер-министр Владимир Гройсман даже подчеркнул, что фонд госимущества должен выставлять такую цену заводу, которая помогла бы привлечь максимальное число покупателей. Но ведь на провальных июльских торгах она и была так невысокая. Была всего 13 миллиардов гривен, что соответствует 520 миллионов долларов. Хотя еще совсем недавно бывший премьер Яценюк обещал продать предприятие за 1 миллиард долларов. Сравнивая намерения бывшего премьера и озвученную Белоусом новую стартовую цену в 150 миллионов гривен, жители города Южного и работники завода не исключают, что в условиях войны на востоке Украины и тотальной коррупции вообще невозможно рассчитывать на интерес серьезного инвестора к Одесскому припортовому заводу. Поэтому намеченную приватизацию было бы разумнее отодвинуть на более поздний срок, а не спускать завод по дешевке в октябре-ноябре текущего года. А вот, например, представитель рабочего класса слесарь Николай Богданов уверен, что чиновники действуют под диктовку заранее определенного инвестора. И вспоминает, что фонд госимущества Украины спокойно наблюдал за тем, как сотрудничество с компаниями Дмитрия Фирташа в 2012-2013 годах втягивало припортовый завод в долговую яму. Одна из фирм была эксклюзивным поставщиком природного газа, другая эксклюзивным продавцом, выпускаемым предприятием карбамида и аммиака. Причем иногда наценка на газ для завода относительно закупочной цены составляла около 200 долларов за 1000 кубометров. Другая компания получала на тонну химикатов почти 30 долларов скидки по отношению к рыночной цене. Получается, что ловкий бизнесмен дважды зарабатывал на заводе, который сейчас оказался ему должен более 250
50 миллионов долларов. И если завод сейчас продать Фиртышу за 150 миллионов долларов, говорят заводчане, то получится, что государство должно будет ему еще оплатить 100 миллионов долларов на развитие производства. Вот такую сверхприбыльную продажу и намерен провернуть Фонд госимущества Украины. А вот доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Валерий Мазур подчеркивает, что выставляя детский припортовый завод на продажу, Фонд госимущества и Кабинет министров умалчивает о технологически связанном с припортом заводом аммиакопроводе Тольятти, Россия, Одесса. Ведь ОПЗ, кроме производства химической продукции, аммиака технического и карбамида, оказывает услуги по перевалке на суда аммиака собственного производства, говорит ученый, а также поступающего от азотных предприятий Украины и России по железной дороге и аммиакопроводу. На этом рынке услуг ОПЗ занимает монопольное положение и решающим образом влияет на объемы экспорта этой продукции из порта Южный. Основным рычагом влияния на объемы стоимость перевалки со стороны припортового завода является тариф за оказываемые услуги, прием аммиака, его захолаживание, хранение и погрузку на судно. Если перед продажей Одесского припортового завода, продолжает академик Мазур, не проведут реструктуризацию завода и не выделят из его состава комплекс перевалки аммиака, судьба стратегического, уникального по своим техническим решениям сооружения, каковым является аммиакопровод Тольятти-Одесса, будет зависеть от нового собственника завода. Государство Украина уже не сможет защищать свои интересы и интересы госпредприятия «Укрхимтрансаммиак», который в 2015 году перечислил бюджеты всех уровней 1 миллиард гривен. За первое полугодие нынешнего года этот показатель уже достиг 873 миллиона гривен. Очень велик риск, что новый собственник начнет повышать тарифы, заказываемые услуги, и экспортер аммиака потеряет интерес к перевалке в порту Южный. Потеря госконтроля над транзитными потоками повлечет за собой значительное снижение поступлений валюты в Украину и налоговых отчислений бюджета всех уровней. Между тем, у «Укрхимтрансаммиака» работает 800 сотрудников, средняя зарплата которых составляет 15 тысяч гривен. И они регулярно платят налоги. Не стоит забывать и о том, что затраты на ремонт и эксплуатацию аммиакопровода должны составлять 400 миллионов гривен в год. Иначе нельзя гарантированно обеспечивать работоспособность и безопасность сооружения. А ведь рядом миллионный город Одесса. И эти затраты «Укрхимтрансаммиак» должен нести независимо от того, эксплуатируется аммиакопровод или не эксплуатируется. Получается, что дешевая приватизация Одесского припортового завода по нынешнему плану грозит Украине еще и потерей стратегического государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак», которое ежегодно отчисляет, как мы уже говорили, большие суммы в государственный бюджет и обеспечивает для украинских и зарубежных производителей аммиака выход к порту Южный. И получается очень странно, что Фонд госимущества, отдавая очередному прихватизатору по дешевке Одесский припортовый, являющийся гигантом отечественной химической промышленности, еще пытается всучить ему просто так, бесплатно, высокоприбыльный бизнес по перевалке аммиака. Из-за подобных псевдопродаж Украина уже лишилась не только важных промышленных активов в горнорудной, металлургической, машиностроительной, химической отраслях, но и не получила адекватных средств, необходимых для развития экономики и социальной сферы. И вела эта оголтелая распродажа только к сокращению рабочих мест, появлению новых нищих. Однако из полученного негативного опыта, похоже, необходимые выводы так и не сделаны. К сожалению, приватизация у нас превратилась в легальный способ разворовывания государственных средств. И история о готовящейся продаже припортова еще раз доказывает это. Вот поэтому и тревожатся работники «Укрхимтрансаммиака» и Одесского припортового завода, положившего начало городу Южному.
По моему мнению, нет никакого смысла проводить выборы под дулом пистолета. До тех пор, пока там будут солдаты в боевой готовности и самопровозглашенные главари сепаратистов, которые с помощью вооруженного насилия контролируют ситуацию вместе с новыми мафиозными структурами, мне трудно представить, что имеет смысл проводить там выборы. Я выступаю за выборы и нормальный процесс децентрализации. Но для этого должны быть соответствующие предпосылки. Сепаратисты и сами говорили, что они хотят выборов, соответствующих стандартам ОБСЕ. Но для этого надо вывести вооружение из Донбасса. И эти выборы потребуют настоящего контроля. Ребекка Хармс, депутат Европарламента. Гость программы – доцент Национального университета Одесская морская академия Виктор Григорьевич Денисов. Но разговор наш, сразу предупреждаю, пойдет не о студентах и не об учебных лабораториях и учебных классах, а о выставках. Виктор Денисов – автор удивительного проекта, посвященного одесским выставкам. В 2011 году вышла в свет книга Виктора Денисова и Юрия Никитина, которая называется «История одесских выставок», которая сразу же вызвала интерес как в одесском регионе, так и далеко за его пределами. Книга только дошла до читателя, а ее автор Виктор Денисов, объединив усилия с известным журналистом Анной Бузиян, уже приступили к работе над продолжением. За 5 лет этому авторскому дуэту удалось создать серьезный масштабный научный труд. Сегодня это наиболее полное издание, посвященное истории современности выставочной деятельности и охватывающее широкий спектр тем, связанных с выставочным движением в Одесском регионе. Богатый, практически раритетный, иллюстрированный ряд не только подчеркивает и раскрывает содержание, но и делает издание уникальным. А еще эта увлекательная книга, проникнутая любовью к нашему городу, гордостью за его интеллектуальный и научный потенциал, дающий возможность взглянуть на историю Одессы через призму выставочного движения. И главное, это книга, которую хочется читать, перечитывать, листать, делать правильные выводы, извлекать нужные уроки. Такую оценку дал книге политический эксперт и общественный деятель Сергей Гриневецкий. Думаю, что продолжение темы мы услышим сейчас в беседе с сегодняшним гостем программы Виктором Григорьевичем Денисовым. Виктор Григорьевич, мы с вами будем разговаривать не о Национальной морской академии, где вы являетесь преподавателем, куда вы вернулись после определенного периода своей жизни, а мы будем разговаривать о том, что вначале было вашим хобби, а потом превратилось, ну, скажем так, в одну из парадигм вашей жизни. Мы будем разговаривать о выставках. Ну, если мне память не изменяет, в 1994 году, в год 200-летия Одессы, в ряду мероприятий на Морвокзале была проведена выставка, среди организаторов которой был журнал «Судоходство», где вы тогда были главным редактором. И выставка прошла блестяще, это можно не сомневаться, потому что она до сих пор на слуху у всех. Скажите, после этого начался какой-то выставочный бум в Одессе. Вы были среди тех, кто шел в авангарде этого бума, в самом это. Для чего обществу нужны эти выставки? Это что? Какой-то элемент рекламы, или это выставка, где можно продать залежалый товар, который не пользуется спросом. И почему вас потянуло в историю выставочного движения? Ну, Вячеслав Владимирович, вы мне сразу столько вопросов задали. Ну, я хотел бы немножко начать с какой-то предыстории всего этого, как я попал в выставки. Потому что занимался в морской академии, защитил диссертацию в 1994 году. И думал, что я буду преподавать и всю жизнь заниматься наукой. Мне это нравилось, я это делал с удовольствием.
И буквально через год после защиты диссертации из Министерства морского флота приходит письмо в наше тогда называлось АВИМО, высшее учебное заведение, предоставить на ВДНХ СССР разработку, которая отвечала бы параметрам, что было авторское свидетельство на изобретение, что был опытный образец, что было внедрение и так далее. И со всех кафедр и подразделений оказалось, что моя разработка отвечает требованиям. И мой прибор отправили на ВДНХ. Я с ним расставался очень тяжело, потому что я его своими руками собрал, там, ну, как бы потратил. Но буквально через год пошли письма из предприятий, которых вообще никто из нас не знал на карте. То есть это были предприятия военно-промышленного комплекса, которые сказали, что мы заинтересованы, мы готовы заключить договор. Тогда даже у нас не было денег на командировку, и я как бы, ну, как бы отвечал, говорю, что у нас нет средств. И вдруг из Северодвинска приезжает, ну, такой, как бы, начальник цеха и говорит, как же так, мы пишем письма, а вы не приезжаете. У нас нет денег на командировку. Как? Сколько вам нужно денег? И назвал такие цифры, что сначала у меня как бы ноги подкосились, потом у начальника кафедры, потом проректор по научной работе сказал быстро оформлять допуск. Едь туда, это закрытое предприятие было. И мы получили финансирование, по которому мы могли набирать аспирантов, начинать новые темы. Тему нашу закрыли сразу, ДСП сделали. Вот. И появился коллектив, который начал заниматься серьезной наукой. И вдруг в 91 году Союз разваливается, финансирование прекращается, и нам предлагают эту молодежь, которая уже так отправит на улицу. И мы, значит, год думали, и в 92 году создали такую коммерческую организацию, назывался Инновационный центр «Морские технологии». Мы тогда еще не знали, чем заниматься, потому что наука вроде бы еще кому-то нужна была, но финансирования не было. Первое, что мы сделали, мы создали журнал судоходства. Сами не имея опыта издания журнала, но он оказался первый на территории СНГ. И рекламодатели, и информация, и все нам помогало этого. Первым номером мне посоветовали, тогда еще было ЧМП, и ЧМП участвовал во всех крупных морских выставках мира. Это и Поседония, это и европейские выставки. Но в то время в Петербурге открылась выставка «Нева», которая делается российскими и английскими организаторами. И был стенд большой ЧМП. Я с этим журналом на стенде ЧМП, значит, рассказывал всем, что вот есть такой журнал, появился в Одессе. Ходил по экспозиции. И на одной экспозиции мне говорят, вы не по адресу, мы организаторы этой выставки. Это была английская фирма Dolphin Exhibition, Родерик Кей. Ну, я как бы по-одесски говорю, вот да, такая у вас выставка, а чего бы такую в Одессе не сделать? Он говорит, а где находится Одесса? Я говорю, как где? На Черном море. Он вызвал своего помощника, ему принесли карту, тогда еще не было интернета. Он посмотрел, спросил, сколько жителей, что там есть, еще что-то. И говорит, если вы мне через месяц обеспечите встречу с мэром, с губернатором, с начальником порта, то мы через год запустим эту выставку. Это был сентябрь 93 года. Я приехал. И моя молодежь, мы только начали осваивать, что такое журнал, как его делать. Я говорю, через год будем делать выставку. Ну, все были в небольшом шоке. Ну, англичане приехали. Ну, правда, с мэром, с губернатором встречу не сделали, но с помощниками тогда был. И даже Павлюк не принял левого зама. Все сказали, что да, мы готовы, нас это интересует. И мы поехали. Мы понятия не имели, как делать выставки. Каждую неделю по факту нам англичане на английском языке писали инструкции. На этой неделе вы должны сделать это, на этой неделе вы должны сделать то. И благодаря тому, что мы это все делали аккуратно, в 94 году в Одессе вдруг открылась выставка, где, ну, будем так, процентов 60-70, это были настоящие иностранные компании. Из Америки, из Австралии, из Европы, еще что-то. Наша задача была собрать украинцев и россиян, мы собрали их, и получилось вот такое как бы событие. Оно для всех было как бы сюрпризом. Даже Павлюк не ожидал.
Но он как такой хозяйственник, когда бы такое закончилось, сказал, чтобы я вас больше на морском вокзале не видел. Вы мне своими выставками поцарапали мраморный пол, там тогда только итальянцы сделали морской вокзал, и он был, будем говорить, самый красивый, лучший, наверное, не только на Черном и Северном море, но вообще. И, значит, ну, эта выставка была запланирована раз в два года. Следующая должна была в 96-м году. Так морские выставки проходят. Я ходил к Павлюку и говорю, Игорь Николаевич, у вас же там внизу есть подвал такой. Это был склад какой-то, по-моему, Турмортранса. А в Греции мы ездили на Посейдоне, тоже на морском вокзале такая выставка проходила. Она происходила в складах. То есть они в складах декорировали как-то потолки или еще что-то. Он говорит, иди со своими идеями, через месяц вызывает, говорит, будем делать, нарисуй, как это ты видишь. Но вы должны заполнить его, когда мы его откроем выставками. И, значит, морвокзал начал строить концертно-выставочный зал, а мы стали создавать выставки. И первые 96-й год, когда был в феврале открывался морской вокзал, первая выставка «Ваш дом Одесса», которая стала самой такой визитной карточкой морвокзала. Потом «Бот-шоу катера и яхты», «Южная Пальмира автосалон» и две на осень «Трансукраина» и «Компьютер банк офис». После этого пошел процесс, ну, будем говорить так, лавинный. То есть появились еще организаторы, фирма «Леон», «Экспо Юг Сервис», еще, которых, к сожалению, уже нет. Греки свои выставки, из Израиля тоже появились организаторы, которые были заинтересованы свои. То есть греки, турки, Израиль. И вот в одной брошюре, которую я здесь взял, «Эффективное участие выставки», у нас есть небольшой анализ динамики развития выставочного дела в Одессе. Это 4 выставки 96-й год, 97-й год уже 8, потом 12. И к 2000 году более 100 выставок проходило на морском вокзале. Причем были не только мы, но и иностранцы. И тогда мы решили создать ассоциацию выставок Черноморского региона, чтобы как-то рынок урегулировать, потому что иностранцы начали нас немножко двигать, и уже с тех сроков, в которых у меня проходили выставки, нам приходилось за них бороться просто. Ну вот, поэтому пик был 2000 год, когда выставочный бизнес развивался. Ну, потом начались некоторые проблемы, потому что морской порт был монополистом. Мы пытались перейти во дворец спорта с некоторыми выставками, но никто не хотел уходить с морвокзала. То есть морвокзал считался престижное место для проведения выставок. Но цены на аренду росли, и, конечно, нам приходилось все сложнее и сложнее. Но потом пошел процесс деление. Сначала один мой сотрудник решил открыть свою компанию выставочную, потом двое моих компаньонов тоже решили делиться. Ну, это обычная картина. Картина, да, началась там конкуренция. Вот. А потом меня пригласили вернуться в академию, ректор, создать рекламное информационное дело. Я, честно говоря, к этому времени, это был 2004 год, устал от бизнеса, потому что, ну, как бы, может быть, у меня нету в моем, как бы, менталитете каких-то задатков бизнеса, а я им стал просто, ну, так получилось. И сначала 7 человек, компания выросла до 70, я уже не имел навыков управления людьми, там, кадрами и так далее. И я ушел из бизнеса, вернулся снова в академию и науку. Ну, Одессу иногда называют, ну, когда-то называли выставочной столицей, ну, юга Украины, не будем говорить за всю Украину. Скажите, а что, до 2004 года в нашем городе не проходили выставки, что ли? Что такое вот к 200-летию Одессы был такой ажиотаж?
Ну, вот так получилось, когда я ушел в академию, то я сначала занялся тем, что у нас никто не преподает вообще выставочное дело. То есть во всем мире есть специальный вуз, специальный факультет. Да вы что, я не знал. Кафедры, да. Много книг написано. Как участвовать в выставках, для чего выставки, что это такое. Вообще выставки – это настолько безграничное мероприятие, как атом. То есть кажется, простое это вот, но если понять, это и социальные вопросы, социальная активность населения, и маркетинговые, и рекламные, и мозговой штурм решения каких-то новых путей развития каких-то сфер деятельности. Вот. То есть очень многоплановые. Ну, есть еще и такие, как ярмарка тщеславия, и рекламные какие-то вещи. Ну, очень многослойные, там порядка 7 слоев. И я уже, вернувшись в академию, предложил создать дисциплину «Основа выставочной деятельности». У нас учатся девочки, это менеджмент и морское право, и руководство поддержало. Я написал конспект лекций и рассказывал, что такое выставки, как в них участвовать, даже как их посещать, как информацию получать. Ведь можно, посещая выставку, найти новую продукцию или партнеров, или инвестиции, и открыть какое-то дело. И так делали наши экспоненты, которые участвовали в выставке «Ваш дом Одесса». Прошло пару лет, и я их не вижу, крупные экспоненты. Я звоню там и говорю, а чего это вы не участвуете? А он говорит, а наш ваш дом уже не интересует. Мы уже участвуем в Германии, в Дюссельдорфе, там, в Гамбурге. Оттуда привозим самое современное какое-то оборудование там, для производства там, краски там, или еще что-то, или еще что-то. То есть многие уже вышли на... Такой... Но стартовая площадка в Одессе была? Была в Одессе, да. И потом мы с курсантами мы ходили на практические занятия, на выставки, как разговаривать с экспонентами, как рассказывать о своей академии. То есть цель была как бы пропагандировать академию. И буквально за 2 года у нас поднялся на порядок конкурс абитуриентов. И ректор говорит, Виктор, давай сворачивай вот это дело, потому что мы уже там довузовская подготовка и все, не успевая справляться с этим делом. Потом мы со своей мобильной экспозиции ездили по другим городам, там в Киев, по Кишинев, даже в Россию. И тем самым не только из Украины, но и начали абитуриенты поступать к нам из других районов, из Турции, из Грузии, из Молдавии и так далее. То есть выставки – это очень, можно бесконечно изучать. Это была моя как бы учебная работа. Но потом мне подарили в Петербурге книгу «Выставочный Петербург». Я посмотрел, что в дореволюционной России были мощные выставки. Сама Россия – большой экспозиции участвовал в всемирных выставках в Париже, 1900 год. Вот. И там небольшая была статья о выставке 1910 года в Одессе. Я, значит, в библиотеку Горького поднял материалы, и у меня прямо аж мурашки по коже этого. 22 гектара, 1910 год, выставка в парке Шевченко. Там было такое происходило, что не статью, я сначала думал статью написать, что на книгу вполне это тянула только одна выставка. Как она создавалась, там где-то 10 лет русское техническое общество эту идею вынашивало, и разрешение от императора из Петербурга ее проведение. Потом тут местные. И такие выставки были и в Москве, и в Петербурге. Может быть, они по размерам, по площади были больше, но по качеству Одесса забила всех. Потому что Одесса была в то время настоящий европейский город, связи со всеми странами Европы, Средиземного моря, и очень много было иностранных участников. Бельгийцы специально построили трамвайный маршрут с Греческой площади через главную аллею парка Шевченко, потом по Лидерсовскому бульвару, там кольцо было. И это была первая трамвайная линия, после которого был подписан контракт на 50 лет, что бельгийцы имеют
монополию на строительство депо, там, станции, прокладки этих путей, вагонов и так далее. Потом французы, по-моему, водопровод, водокачка. То есть еще другие были подписаны. Ну, кроме того, там Уточкин летал над выставкой Солей, Бабель там имел, его отец, свою экспозицию, они производили сепараторы для молока. Много там известных одесситов, которые там имели вещи. И сначала она называлась Всероссийская промышленно-художественная выставка. И должна была быть полгода. Угу. Но она просто считала полтора года, и потом ее назвали Всемирной выставкой Одессы. Потому что столько было иностранных участников, что практически даже из Америки потом начали приезжать какие-то свои экспозиции. Вот. К сожалению, сейчас там еще при независимой Украине оставались некоторые, вот бильярдная, это был тоже павильон выставочный, потом ветеринарная аптека тоже был. Остался один сейчас, где администрация парка находится, бетонный такой. Это была станция бельгийского трамвая, такая как бы узловая. Вот. Ну, самое интересное, как появились выставки в Одессе, самые первые зарождения. То есть мы, работая с Никитиным, с автором той книги выставочного Петербурга, потому что я никогда не занимался историей и не писал на эту тему книг, я его уговорил, он приехал в Одессу, мы здесь копались и в архивах, и в библиотеке. Он в Петербурге нам поднимал архивы. И такая была интересная работа. И мы сделали несколько, как он называет, исторических открытий. То есть до этого все, кто занимались историей выставочного движения, считали, что там, допустим, выставка по животноводству первая произошла там-то, по сельскому хозяйству там-то. Оказывается, что некоторые выставки были впервые в Одессе. Вот. Это какие? Это по животноводству. По животноводству? Да. Там была очень такая оригинальная выставка. И даже там в этой книге есть фрагмент, как какой-то крестьянин со своим там быком занял первое место, получил медали и ехал через заставу. Его там остановили, а что ты везешь? А у него на шее такая медаль. Он говорит, это я везу медаль, мой бык получил такую. Это вот повешу в своей хате, мои дети, внуки будут знать, что вот, чего я достиг этого. Поэтому, ну, самое интересное, это, конечно, Ришелье. Я когда, с точки зрения вот выставочного, сказал же, кто же первый, он когда стал губернатором, он попросил у императора разрешение построить оперный театр и открыть ярмарку сельскохозяйственную. Ну, им получил добро. И вот ярмарочная площадь, это первая была ярмарка сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерна, благодаря которой ему удалось завернуть все потоки зерна, которые до этого шли через Николаев и Херсон, в Одесский порт. Потому что он был незамерзающий, и, конечно, он имел свои преимущества. Скажите, а перспективы выставочного движения в Одессе, ну, наверное, и в других городах, и в других странах, зависит от производственных площадок, территорий. Но не будешь же каждый раз для выставки там, как говорится, строить какие-то павильоны. Вообще, возможно ли строительство такого выставочного центра в Одессе? Ведь тогда же многие проблемы будут сняты. Тогда же народ сюда валом повалит, зная, что там в любое время года всепогодный павильон, хочешь летом, хоть зимой, проводи там выставки на площадках, смотры техники, там это автомобильный, сельскохозяйственный, другой. Разве нет заинтересованности в этом городских, областных властей? Ведь речь идет и о рабочих местах, и о поступлении денег в различные бюджеты. Ну, вообще, конечно, я не говорю про Европу, даже вот в Арабских Эмиратах, в таких городах, как Одесса, там по два, по три современных выставочных комплекса. Это арабы, которые в 50-х годах вообще ездили на верблюдах, сегодня там проводят выставки мирового уровня.
по вооружению, по мобильным каким-то средствам связи, по IT. Я не говорю уже про Германию, Англию, Францию. Это лидеры европейские. Хотя и Италия, и Польша. Польша государство поддерживает не только тех, кто организовывает выставки, но и тех, кто выезжает со своими экспонатами на другие выставки. То есть тем самым пытаясь продукцию свою продвинуть на внешний рынок. То есть это, в принципе, некоторая торговая политика государства, которая должна, с одной стороны, через выставки самые современные технологии получать для своих граждан, а с другой стороны, своим гражданам помогать со своей продукцией выйти на внешний рынок. Значит, ну, у нас есть в Киеве выставочная федерация Украины. Она бьется, пытается, даже какие-то законы, пытались одно время какой-то закон о выставочной деятельности делать. Государство ноль. Но что говорить о выставках, если раньше Украина была морская держава, а Одесса была столица морская, а сегодня мы не имеем ни флота, только порты и вот учебные... Сегодня мы государство у моря. Да. Что же касается вот выставочных центров. Вот мы когда были на заседании клуба, Ротари-клуба, с Крощиковым говорили, и я ему такой вопрос задал. Я говорю, вот в Одессе бы неплохо бы выставочный комплекс. Он говорит, в Одессе, в Украине нет нормального выставочного комплекса. Хотя в Киеве, кроме национального выставочного комплекса, который был раньше ВДНХ УССР, вот, частные предприниматели построили два выставочных, частных выставочных комплекса. Один на правом берегу, другой на левом берегу. На левом берегу известный международный выставочный центр, благодаря которому Киев первый раз Евровидение у себя проводил, когда Руслана выиграла. И в этот раз тоже ни у кого не было шансов, потому что аналога этому выставочному комплексу ни один город не имеет. Ни стадион, ни дворец спорта не приспособлены для этих. Вот. А выставочный комплекс, он позволяет проводить масштабные ну, такие вот, или концерты, или мероприятия какие-то. Вот. А ну, я знаком с этим директором Ткаченко, как он строил, там он мне рассказал всю эту историю. Вот. То есть, ну, Одесса, ну, просто должна иметь нормальный, профессиональный, тем более, что они каждый год, сама технология и идеология выставочных комплексов тоже совершенствуются, и они сейчас настолько стоят универсальные и мобильные, что там можно проводить и спортивные мероприятия, и концерты, и выставки. Вот. Первый раз мы к этой проблеме попробовали подойти в 95-м году, когда мэром был Бадлан Руслан Борисович. Он тогда и наши выставки как бы посещал регулярно, и даже потом нас попросил сделать экспозицию Одессы в Греции. То есть у него был хорошие связи с греческой областью Ламия, и мы вывезли все предприятия, когда те еще шевелились, в Грецию. Греки были в шоке, там завязались какие-то вот с предприятиями связи. Вот. И мы посмотрели, ну, Ламия, город, наверное, 1/3 Одессы. 1 000 000 посетителей посещает выставку. Вот. И, ну, и такие конструкции такие несложные. Там. Это, в принципе, вот как вот, ну, метро, там, эпицентр. Аэропорты. Аэропорты, да. И Руслан Борисович говорит, давай построим выставочный комплекс нормальный. Ну, мы начали выбирать место. Я своих партнеров-англичан говорю, вот посоветуйте нам. Потому что где строить, это тоже вопрос. Да. Не везде его можно воткнуть, как вот захотел, вот здесь воткнул. Там есть свои определенные эти вот. Приехали, они увидели парк Победы. Это Дюковский парк, где был уже в советское время был выставочный комплекс. И говорили, вот это место подходит по всем параметрам. Но построить не проблема. Проблема сделать его окупаемым. И вот тут Руслан Борисович, он тогда был
не знаю, или председателем Совета Европейских регионов, или членом, на каком-то заседании сказал, что вот мы хотим построить в Одессе выставочный комплекс. Европейские регионы хотят поучаствовать. Итальянцы там были, они сказали, однозначно, мы финансируем строительство выставочного комплекса за свой счет, но мы свои выставки будем проводить бесплатно. И еще там ряд областей. То есть было найдено решение гениальное. Во-первых, деньги инвесторов. А почему оно не было реализовано? Потому что Руслан Борисович начал готовиться к выборам в мэры. А потом, когда он стал мэром, я несколько раз ему напоминал, но уже... Энтузиазм пропал. Энтузиазм – это вопрос областных структур. Потому что, ну, будем говорить так, вот во второй книге мы там пишем о выставках, которые проходили в районах, в Пеляевском районе, еще что-то. То есть уже в 50-х годах советской власти был главная выставка страны ВДНХ в Москве, в каждом столице республики в республиканской ВДНХ, в каждом областном городе был городск, ну как бы это, и уже в районах тоже были местные выставки. Это был процесс обмена опытом, нахождения каких-то путей решения, там, каких-то развития тепличных хозяйств, там еще что-то. Ну, очень тогда продуманная и хорошая была такая вот государственная политика. Правда, потом это все, ну, начало как при социализме приводиться, там, ну, будем говорить так, ну, угасать, потому что не было ни инициативы, не было ни заинтересованности. И вот мы сегодня видим только развалины этого выставочного комплекса, который был, ну, очень хорошо построенный. Поэтому сегодня вот с Гриневским Сергеем Рафаиловичем мы как-то пару раз подходили к этому вопросу. Вот. И он хорошо понимает, что Одесса не просто может получить хороший выставочный комплекс, а это не только доходы от летнего пляжного туризма, а это круглый год доходы от делового туризма, когда приезжают экспоненты, останавливаются в гостиницах, ну и дальше дают новые какие-то рабочие места. Поэтому, может быть, это как бы задача для ротари-клуба. Она непростая, но она вполне решаемая. И Одесса может получить выставочный комплекс, которого в Украине ни у кого нет и не может быть. Вы сказали, во второй книге мы пишем. А что, была первая книга? Да, вот у меня лежит первый экземпляр первой книги «История одесских выставок». Покажите ее, пожалуйста, телезрителям. Вот, «История одесских выставок». Да. Вот. Вы пишете продолжение. Мы уже закончили писать продолжение. Мы уже выходим на типографию. В этот раз, если первый раз это был 2010 год, и я обратился к некоторым предприятиям, которые участвовали в моих выставках, и они без первого слова помогли мне. Ну и Сергей Рафаилович, как народный депутат, тоже поставил плечо. Мы типографские расходы, ну, как бы без проблем освоили и позволили себе сделать полноцветное издание на хорошей бумаге, с хорошей обложкой, с разворотом там некоторых планов выставок таких. То в этот раз, будем говорить так, тех уже предприятий, которые 4 года назад, не, 5 лет назад были, их уже просто нет. А некоторые говорят, извини, мы уже не в состоянии. Но мы решили, ну, не как проявить какой-то одесский смекалку, обратились к гражданам Одессы. То есть вот. А каким образом вы гражданам Одессы? На улицах обращались? Нет, через Facebook. То есть мы, во-первых, через интернет? Через интернет. Да. Во-первых, вторую книгу мы уже не стали писать как первую, потому что первую мы ходили и спрашивали краеведов, библиотеках. Староконный рынок, там значки какие-то, ну вот, искать концы. И находили в частных коллекциях очень интересные, редкие фотографии эти вот. То сейчас уже, имея
интернет. Мы, значит, сделали сайт, сделали страничку ВКонтакте и в Фейсбуке. И много фотографий, материалов, которые во второй книге будут опубликованы, получили через Фейсбук. То есть не в архивах, не в библиотеках. Но это же здорово. Это здорово. Это неизведанное, да. Это то, что неизвестно раньше, да, было. То не есть, учтено нигде. Да. То есть мы по-другому подошли. И она получилась в 3 раза больше по объему. Ну, наверное, в 3 раза интереснее. Ну, я надеюсь, да. И мы обратились к гражданам через Фейсбук, потому что там у нас уже где-то порядка 1,5-2 тысячи постоянных посетителей, которые смотрят. А мы выкладываем фрагменты первой книги и то, что мы находим по второй книге. И вот уже у нас где-то подбирается к 100 одесситам, которые, ну, кто 200 гривен, кто там 500 гривен, кто 1000 гривен. В книге будет отдельная страница, где будет указана фамилия одесситов, которые оказали поддержку этому проекту. Уважаемые одесситы, вот сейчас Виктор Григорьевич Денисов рассказал о народной инициативе по изданию книги, посвященную истории и истории выставок Одессы. Я рекомендую вам, зайдите на эти сайты, посмотрите. Может быть, вам станет интересно, и вы решите для себя стать соучастником издания уникальной книги, которую с удовольствием будут читать и через 100, 200 и последующие лет. Да. Да. А может, вы там найдете своих знакомых или, да, родственников, потому что там есть такие фотографии, наверное, если эти люди, ну, как бы уже, может быть, их нет, но их есть дети, внуки. Это, вот, допустим, там есть фотографии интересные завода прецизионных станков, целая бригада там от токаря до конструктора, которые создали станок прецизионный, который в брюссельской выставке в 1958 году получил золотую медаль. Здорово. И брюссельцы закупили целую партию этих станков, потому что аналоговых не было. И вот в газете «Знамя коммунизма» мы нашли и статью, и фотографию, я думаю, фамилии этих людей. Кинап, завод «Краян», ну, ряд предприятий Одессы, которые после войны участвовали во всемирных выставках. Я не говорю уже про ВДНХ. ВДНХ, там, наверное, почти каждое второе предприятие Одессы. Там вот Одесский порт, я знаю, там Шторм, Темп, вот эти вот научно-производственные предприятия, которые создавали какие-то новые образцы продукции, они просто там на ВДНХ постоянно находились. А на всемирных выставках вот порядка 5-6 предприятий Одессы показывали продукции, которые равной, она была конкурентоспособной во всем мире, и ее заказывали иностранцы, и мы имели, ну, как бы, вот такое положение. Ну, я думаю, удача будет вам сопутствовать в вашем благородном деле. Ну, мне хотелось бы пожелать вам и коллективу единомышленников, который вместе с вами занимается этим делом, творческих успехов. И я думаю, что после этой передачи количество желающих оказать вам помощь увеличится. Удачи вам. А я хочу поблагодарить вас, Вячеслав, да, Владимирович. Во-первых, я эту передачу всегда с большим удовольствием смотрю. Интересно. И, ну, получить приглашение вот на эту передачу для меня – это большая честь. Поэтому вам большое спасибо. Да. И успехов вам и вашей передаче. Да. Спасибо. Интернет-издание «Таймер» опубликовало материал. Кандидат в президенты Болгарии поддержал создание территориальной автономии Болгар в Бессарабии. Один из основных кандидатов на пост президента Болгарии, бывший главнокомандующий ВВС Болгарии генерал Румин Радев, поддержал инициативу болгарской общины Украины о создании в Одесской области территориальной автономии Болгар. По словам кандидата в президенты от Болгарской социалистической партии, его соотечественники сейчас терпят нападки радикально настроенных украинских националистов. Речь идет, естественно, об Одесской области. Также он заявил, что статус территориальной автономии в Бессарабии позволит болгарам обеспечить своим национальные интересы в сфере экономики, административного управления, культуры –
Я поддерживаю инициативу болгарской общины Украины о создании территориальной автономии в Бессарабии. Это необходимо для защиты интересов нашей общины от нападок националистов и радикалов, подчеркнул болгарский генерал. Он отметил, что жители Болгарии должны заботиться о своих соотечественниках за рубежом и требовать признания их прав, в том числе на территориальную автономию. Кроме того, генерал Радев высказал озабоченность затяжным конфликтом в Украине. Поскольку сейчас мы имеем дело с трудной глобальной ситуацией, ни в коем случае нельзя допускать эскалации конфликта в Украине. Важное значение имеет нормализация отношений Украины с Россией, заявил кандидат президента Болгарии. А комментируя инициативу президента Украины Петра Порошенко об изменении Конституции для предоставления территориальной автономии татарам в Крыму, генерал заявил, что ни в коем случае нельзя выборочно относиться к национальным меньшинствам. Украина является многонациональным государством, поэтому должны быть созданы одинаковые условия для всех национальных групп, проживающих на ее территории, подчеркивает депутат парламента Болгарии Красимир Каракачанов. В сложившихся обстоятельствах инициатива нашей местной общины о создании национальной территориальной автономии Болгар-Бессарабии весьма уместна и привлекательна. В противном случае существует риск, что наши братья-болгары будут абсолютно не защищены. Болгары-Бессарабии должны быть обеспечены всеми правами в рамках системы международного права, в том числе по предоставлению национальной автономии, предостерег болгарский депутат. Ранее представители болгарской общины Украины заявляли о своих правах на территориальную автономию для защиты собственных интересов. Но напомню, что ранее народный депутат Украины Антон Кисе уже заявлял о необходимости принятия закона о свободной экономической зоне Бессарабии в Одесской области. По мнению Кисе, необходимость создания бессарабской свободной зоны обусловлена тяжелейшим социальным и экономическим кризисом в регионе. При этом он добавил, что свободная экономическая зона даст возможность молодым людям закрепиться и жить нормально. Пока мы будем что-то созидать, пока мы будем менять кабинет министров и перетягивать канаты, мы должны идти по нестандартному пути, который предписан нашей историей, одесской историей. Это Порто-Франко. А то, что каждый пытается преподнести это как сепаратистское движение, то можно и к столбу пристать, что он сепаратист. Не надо дуть на холодное, подчеркнул Антон Кисе. Я представляю свой край уже довольно продолжительное время и выражаю мнение и позицию людей. Сегодня этот экономический эксперимент, я уверен, имеет право быть реализованным. Не нужно ходить далеко за примерами. Посмотрите на соседнюю Молдову. Там тоже тяжело, но очевидно, их правительство и парламент приняли такое решение и дали возможность регионам развиваться, заявил народный депутат Украины Антон Кисе. Ну и хорошая новость. Газета Верховной Рады «Голос Украины» опубликовала материал «Контейнерные силы переходят в наступление». 10-й международный черноморский контейнерный саммит 2016, который завершил работу в Одессе, был не юбилейным торжественным заседанием, а активной рабочей площадкой для острейших профессиональных дискуссий представителей крупнейших мировых судоходных контейнерных линий, глобальных контейнерных терминальных операторов, руководителей, представителей морских портов, стивидерных компаний, производителей контейнерного оборудования, транспортных и экспедиторских компаний из 14 стран мира. Морские перевозчики – люди осторожные в оценках и прогнозах. Как говорится, словно ветер не бросают. Цифры и показатели контейнер-перевозок утверждают, они начали уверенный рост. Это радует без сомнения. Так, например, по сообщению Одесского филиала государственного предприятия, администрация морских портов Украины в январе-августе нынешнего года на причалах Одесского порта было перегружено 317 условных тонн единиц, что на 32% превышает аналогичный показатель 8 месяцев прошлого года. Причина перехода в наступление контейнерных сил после 7-летнего падения объемов
перевозок принципы известны. Во-первых, дали долгожданный результат совместные усилия государственного предприятия АМПУ, компании операторов терминалов и государственных контролирующих органов по внедрению современных стандартов обработки контейнерного флота, нормализация ситуации со сроками таможенных процедур с грузами в пунктах пропуска, а также реализация положений постановления Кабмина о децентрализации контрольных процедур в морских портах. Во-вторых, по состоянию на сегодняшний день Одесса остается единственным украинским портом, в который заходят контейнерные суда океанского контейнерного сервиса. Немаловажный фактор также – рост объемов завоза порожних контейнеров для обеспечения своевременного вывоза экспортных грузов. И, наконец, самое главное – увеличился в целом украинский экспорт товаров, перевозимых в контейнеры. Сейчас в них перевозят масло подсолнечное, зерно и другое. Сегодня уже абсолютно точно можно говорить, что контейнерное будущее транспортной сферы во многом зависит от того, насколько государство сможет минимизировать свое участие в бизнесе. Завершается процесс создания морской администрации. Возглавить эту структуру, по словам министра инфраструктуры Амеляна, должен высококлассный специалист морехозяйственного комплекса, которому будет предложен 5-летний контракт и даны гарантии того, что ни один политик, ни одна политическая партия, ни один чиновник не смогут влиять на него. Именно руководителю морской администрации поручат заботиться о контейнерных перевозках, о развитии портов, в целом о создании на базе громадных промышленных кластеров, которые будут иметь доступ к железнодорожной инфраструктуре и авиационному сообщению. Одесские работники ГАИ, национальной полиции, наверное, не подозревают, что в 1910 году их предшественники, полицейские, ломали голову, как обуздать нарушителей правил дорожного движения, лихих автомобилистов. Газета «Одесские новости» в апреле 1904 года опубликовала довольно любопытную заметку. Вчера на улице Кондратенко с Решельевской медленно спускался вниз к польской извозчик, который вез студента Булгакова. В то же время по Пушкинской по направлению к бульвару мчался автомобиль с 4 пассажирами. Несмотря на то, что извозчик удерживал лошадь, автомобиль проскочил, задел морду лошади и выбил лошади все зубы. Нагнать автомобиль не удалось, и он скрылся, свернув на Николаевский бульвар. Ну, что и говорить, нарушители правил дорожного движения были всегда и, наверное, не исчезнут никогда. Ну, а полицейские в 1910 году явно были неповоротливы и неуклюжи. Но все правильно, таких автомобилей, как сегодня имеет наша полиция, у них не было. Если вам не дают покоя ваши конкуренты, я советую отправиться в отпуск. Тем более, что он вами давно заслужен, уважаемые телезрители. А по возвращению возьмитесь за дело со свежими силами. И у вас все получится. И жизнь снова окажется прекрасной. Открывайте двери и окна для новых возможностей. Главное вовремя двери и окна закрывать, чтобы посещение возможностей не оказалось транзитным. Конечно, трудно бывает иногда собрать волю в кулак, выполнить все взятые обязательства. Будет трудно. Ну, а главное, не пасовать перед трудностями. Старайтесь избегать извилистые пути и достижений цели. Они не приносили еще никому успеха. Извилистый путь в достижении цели – это удар по собственной репутации. Ну, а когда бывает пасмурно на душе, советую, как это делаю я, открывайте томик Игоря Мироновича Губермана и прочитайте хотя бы вот эти замечательные строки. «Не чаши страданий, а чашки хватает порой для лечения, чтобы вовсе исчезли замашки, любые искать приключения». С вами был автор и ведущий программы «Газетный дождь» Вячеслав Воронков. До встречи в следующую пятницу. Удачи вам и хорошего настроения. Помните, все только начинается и все еще впереди.